преображенная природа. Кто ее преобразил? Преобразили ее художники своим творческим видением. Это выставка работ разных эпох и направлений, открыта в Звенигородском манеже. На ней представлено более 40 картин. Большую часть привезли из северной столицы – Санкт-Петербурга. Проводники в мир удивительной природы – известные художники Айвазовский, Куинджи, Саврасов. Но есть и не столь известные широкой публике имена. Например, Дубовский. Его картина впервые увидела свет. До этого хранилась в различных фондах. Изюминка – радуга, которую так редко изображают на холсте. Эта радуга как будто всем своим спектром разлилась вот в этой картине. А как мастерски она написана? Эта техника называется листировка. Мелкими, едва заметными мазками художник накладывает цвета. С этой картиной связана удивительная история, говорит экскурсовод Наталья Варкунова. Полотно в прямом смысле преобразилось на выставке, поменяло цвет с серого на сиреневый. Она приобрела такие сиреневые краски. И вот мы не можем понять, то ли это рефлекс от стены, то ли это какие-то такая яркая подсветка вынула для нас какие-то яркие пигменты, которые использовал художник. Но сейчас она выглядит так, как будто действительно радуга, которая изображена на ней, разлилась абсолютно и заполнила собой всю плоскость. Пишущего в стиле соцреализма, известного портретами первых лиц государства, художника Герасимова здесь раскрыли совсем с другой стороны. Здесь представлены его очень милые пейзажи, и никто даже не подозревал, что вот этот такой номенклатурный художник может творить и для себя. Поэтому вот такие истории мы раскрываем на экскурсиях, и зрители очень откликаются на них. Посетители Звенигородского музея могут не только насладиться картинами, но и посетить мастер-классы, лекции, а также различные интерактивные игры. Окунуться в мир преображенной природы любители живописи могут до 12 января. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».